Найдите себе рамочку получше, это дешевое дерьмо. Спасибо тебе, чел, твое мнение очень важно нам. Так, так, так. Добро пожаловать, граждане моего стрима, на Papers, Please. Виктор с вами, и это продолжение. Это четвертая серия, кажется, и 11-й день. Кстати, мне сказали, что именно в этот день, если это последний день, когда я могу пропустить Жоржика, чтобы он дал мне монету, надо попробовать. Пошли. Поехали. 105 кредитов, между прочим. Зажиточный крестьянин просто. Кражи в Министерстве въезда. Совершено несколько краж, катастрофы не случилось. Антегрия шпионит за своими жалкими гражданами. Разоблачитель скрылся. Декабрь. 3 число. А, кстати, насчет ежиков. Давай подготовимся. Надеюсь, тут имена не поменялись с прошлого стрима. Ну-ка. Да, Стефани Грейер и Михаил Тагил. Запоминаем, значит, Михаил Тагил и Стефани Грейер. Значит, ничего важного не пропало, но разведка сообщает, что преступники уже начали подделывать официальные документы Арстоцки. Так, подделки. Обязательно убедитесь, что в документах поставлены действительные печати. А я и раньше пытался это просмотреть, видимо, не надо было, да? Проверяйте отсутствующие и неправильные печати, согласно соответствующим пунктам в главе «Документы». Ну, у меня есть шпаргалочка, там нарисованы печати, которые есть на въезд, разрешение на въезд, разрешение на работу, какие печати должны быть. Все это у меня есть. Хорошо, значит, достаем из широких штанин содержание. Фух, так, ну что, мы готовы? Погнали. Тап работает, пробел работает. Следующий. Тагил. Цель поездки. Пригласили в гости. Продолжительность визита 30 дней. Вроде бы все чики-пуки-топ. Ой, с чем я сравниваю? Данные совпадают. Здесь все нормально. По датам. Лесренадия. В республике есть Лесренадия? Есть Лесренадия. Фотка вроде ее. Так, в гости. Она же в гости сказала? В гости. Так, я немножко подтупливаю. Вроде бы... Где, где печать? Где печать-то? Ах ты ж... Ух ты! Так, погоди, 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 погоди. Где печать? Разрешение на въезд. Необходима печать. Ух, я бы сейчас пустил бы ее. Это подделка. Я не понимаю. Хорош. Минус один. Въезд не гарантирован. Следующий. Сейчас у вас всех тут. О, здравствуй. Слушай, я тебя пущу. Привет, друг. Вот, сегодня все получится. Смотри, какие хорошие бумаги. Достать было нелегко. И недешево. Ха-ха. И я не буду даже проверять, ребят. Я просто его пущу. Мне, конечно, выпишут штраф. Но он достоин того. Отлично, ты лучше всех. Арстоцка лучшая страна. Вот, возьми. Получено достижение. Арбистан токен. А, так у него и документы все правильные были. Хорош. Так. Пригласили в гости. Продолжительность визита на 30 дней. Оф, Шинглтон. Шинглтон. Есть такой оф. Кстати, здесь печать уже стоит. Проверяем. Данные совпадают. Анна Зибертовска. Боже мой, почему она Анна и мужчина? Ну-ка в сканер. Тут написано, что вы мужчина. Все как там написано. Давай, поехала. Чпык, чпык, чвык, чвык. Раздеваемся, собираемся. Все остальное вроде все нормально. Пол, пол, пол. Да, я вижу пол. Проверяем пол. И это... Оу, ноу. Оу, ноу. Оу, ноу, 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 ноу. Что значит нет связи? Не совпадение. У вас проблемы с документами. О чем вы говорите? Арест! Ха-ха! 5 баксов заработали уже. Следующий.
Так долго с ней возился, надо как-то заработать. О, здравствуй. Доброе утро. Ты задержал 9. Премия неплохая, платят сразу. Тут слишком мало. Да, я знаю. У меня жена болеет. Сосед всех гриппом заразил. Сколько осталось? Я на лекарства все потратил. Опять коронавирус, а? В следующий раз отдам остальное. Ты задерживай побольше, всем будет легче. Не, ну это кидок через писюнок, если честно. Так нечестно. Я на такое не подписывал, я тут 9 человек не освобождал. Давай документы. Транзит. Продолжительность 2 дня. Вот я даже вижу, что нету уже... так, не то. Документы, разрешение на въезд. Печати нету, я уже сразу это вижу. Сразу арест и до свидания. Я не понимаю, говорит. До свидания. А потом окажется, что... Добро пожаловать в Анстоцку. Потом окажется, что какой-то там махинатор, а люди там не виноваты, да? Я там всех в арест. Эх. О, Михаил Тагил. Ха-ха, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Тагил. Мне просто его пустить надо или что, ребят? Давай, пустим. На. Орден набирает силу. Мне, конечно, сейчас это выдадут, но... Цель поездки. Гости. На 90 дней. Печать есть. Западный Грештин. Ну, вроде бы так выглядит нормально. Я, по-моему, сегодня еще ни один не проехал, да? Нормально. Все какие-то блатные. Западный Грештин, Калечий. Есть такое. Я не вижу проблем у нее, слава Арстоцке. Работай с ежами за светлое будущее. Даты все нормальные. Ну, Жоржик, да, Жоржик молодец, вообще долго держался. Следующий. Давай, быстро. Цигель, ай-лю-лю. Надутый Жоржик, смотри какой. Транзит. Напор недель не больше. Все правильно написал. Имя, фамилия Кристоф Дункардс. Это ты? Ты тут в очках, по-моему, не? Данные совпадают. Даты нормальные. НКО импор есть. Печать есть. Я не вижу проблем, чтобы ему поставить. Окей. Вы тоже, я смотрю, не видите. Следующий. Так. Ускоряемся. Александра искала транзитом на 14 дней. Фига себе, у них транзит 14 дней. Они тут зависнуть собираются. Александра Пилзнер, фотка ее. Дата просрачена, въезд до. Срок действия документа стек, у меня были дела. А, арестовать я ее не могу за это. Ну, катись отсюда. Ну и катись отсюда, раз дела были. Так, там время кончается уже, надо успеть. Дипломатический представитель. Антегре Арстоцка. Проверяем. Кристина Ланг. Совпадают. Кристина Ланг. НКО женский. Вроде она. Импор НКО. Давай, еще одного успеем. Все, ну этот будет последний уже. Какое замечание! Поддельный дип-паспорт? Не понял. Печать не та? А, печать Арстоцки должна быть, да? Не, я видел там какая-то печать, но я что-то как-то... А, то есть печать должна быть той страны, из которой она приехала, да? Все, я понял. Все, понял. Печать была кривая, импорская перчать была, арбистанская. Или что-то в этом роде.
Я просто как-то не придал этому значения. Ну ладно. Хрен с ним. Тут наша гражданка вернулась. Сейчас мы ее по полной программе прокатим. Оленятка. Оленятка. Элизабет. Элизабет Линдиформа. Линдиформа. Есть такой регион. Восточный Грештин. Выдано. Женский. Я не вижу проблем с ее паспортом, если честно. Вес. А что вес? Нет, а как вес проверять? 58 килограмм, она тянет на 58 килограмм. Не понятно, почему здесь фотка в одну сторону, здесь в другую сторону. Ну, данные совпадают. А, на столе внизу вес. Ну, отъелась просто. Ну, покушала хорошо. Вы выбраны для случайного досмотра. О, прикинь. Походу, она на коту тащит или еще что-то. Пистолет какой-то у нее там есть. Хорошо, что вы мне сказали про вес, а? Я бы даже не заподозрил ее ни в чем. У-у-у, да это же террорюга. Смотри, что у нее есть. А? Возможно, контрабанда. Сейчас мы тебе посмотрим. Так, общее правило. Никакого оружия и контрабанды. Че, как рванет нас. Вам не стоило сюда приезжать. Пожалуйста, пропустите меня. Оленятка. Оленятка. Ну как так-то, оленятка? Ну я тебя не пропущу, ты уж извини. Витя, беги! Все, конец игры. Хорошо. Сын болеет, нужно лекарство. Он всегда, когда голодает, тогда болеет. Незнакомец принес вам деньги. Выбираете взять их или сжечь. У-ху-ху. Макрокоманды для инструкции. Что такое макрокоманды для инструкции? Что такое макрокоманды? Закладки? А-а-а. Сжигай деньги. Да я понял, что сжигаю. Выберите взять их или сжечь. Надо сжигать. Я помню, мне говорили, что нельзя брать эту 1000, потому что там что-то очень плохое будет. Но я, кстати, не знаю, что будет плохое. Не бери, кричат все в чате. Не бери. Жги деньги или сожгут тебя. Лучше спать спокойно и сжечь чужие деньги. История Арстоцки. В словах и рисунках, но слов больше. Строительство. Метро в Грештине остановлено. Обрушение туннеля, возможно, диверсия. Печать ежик, смотри. Так, ну нам еще нужно Стефани Грейер пропустить, да? Ой. Здрасте. Доброе утро, инспектор. Здрасте. Здоровье сегодня получше, я надеюсь. Я хочу задать вам несколько вопросов. Следователь. Вонял. Прошлой ночью в метро произошел инцидент. Вы, наверное, читали об этом в газете? Об этом все кричат. Мы не думаем, что это случайность. Мы полагаем, что работа некой подозрительной группировки. Мы считаем, что некоторые из ее членов проходили через этот пропускной пункт. Так что мы решили с вами побеседовать. Вы ничего похожего не видели? Это что-то вроде эмблемы той группы. Если вы что-то знаете, вы ведь нам расскажете, да? Да. Ну и отлично. Пожалуйста, верните мое удостоверение и рисунок. А если я ему вот это отдам? Тебя посадят? Наверное. Но вообще не похоже. Вообще, два разных рисунка. Эта группа очень опасна. Если увидите что-то необычное, немедленно сообщите. Так, в новостях немного нам рассказали. Вот, смотри, какие закладки прикольные появились. Правила, карта и документы.
Да, а почему закладки пропали-то на документах? А, потому что они слева. Ой, как это неудобно, а. И так места нифига нету. Ладно. Будем как-то так прыгать. Ух, найс. Что ж, значит, нужно не забыть про Стефани Грейер. Она, скорее всего, сегодня пойдет. Поехали. Следующий. Сонька идет. Ой, не то. Хочу навестить родственников. Продолжительность месяц-другой. Месяц есть. Давай сразу проверяем. Отлично проверил. Соня Хок. Соня Орел просто. А вот тут вот несостыковочка, дата въезда. У вас документ с истекшим. Мне не получилось приехать раньше. Я ничем не могу помочь. Вот просто ничем. Забирайте ваши документы. Следующий. Спасибо за «Будь здорово», спасибо. Ребят, 4 декабря тоже проверяйте. Я, конечно, своими широкими плечами закрываю это дело. ПМЖ. По датам все цукей, да, импор. Вроде бы она, да? Ирина. Виданска. Виданская Иришка. Все есть. А, разрешение на въезд, нет у нас печатки, да? Ну-ка, кажется, это арестом пахнет. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Там с вами разберутся. Что происходит? Это просто сигнализация. Кажется, кто-то украл печать с вашей бумажки. Следующий. О, это местный. 89 килограмм, похож. 182, тоже похоже. Значит, Орвич Ванор. Есть такое, Арстоцкое... Так, Месов Анигович. Фотка его. Даты, все вроде бы в порядке, ребят. Вы как считаете? Даты совпадают все, вроде мужик. По-моему, норм. У вас тут много народу проходит, да? Мне нужны инженеры, сделайте мне одолжение. Давайте мою карточку всем инженерам, которые здесь появятся. Я снова приду через пару дней. Вам заплачу 5 кредитов за каждого инженера, который мне позвонит. Инженеры, ребят. Это которые устраиваются на работу, и инженеры, да? Я в Арстоцке транзитом. Продолжительность визита на пару недель, не больше. А... Пыров Драгунов. Как так нет связи? Данные совпадают. Так, фотка не его явно. Или отросли волосы, я не знаю. У вас внешность изменилась. Даже не знаю, что сказать, это я. Давай чепяточки сюда. А, так, даты. Да, данные совпадают, это он, ребят. Ну, просто изменилась внешность, бывает такое. Кариста, оф кариста. Есть такое. Слушай, ну я даже не знаю, ребят, вроде бы все окей. Видите, все норм пишут. Я тоже так думаю. Там даже печать стояла, да? А. Но он же не инженер. Что ему пихают? Зачем? Надо инженеров искать. О, разрешение на работу, наконец-таки. Работа. Спорт. Продолжительность визита 30 дней. Так, работа 30 дней. Что это на стене? Отметили в кино на работу? Впечатляет. На стену повесили, не удержались? Да, так, печати вроде бы есть, все в порядке. Даты... давай проверяем фамилию и имя. Опа-на. Имена не совпадают. У меня два разных имени. Так, чепяточки, на, пока делай. Фотка вроде его. Упс. Данные совпадают. Несоответствие устранено. Так. Так, номер паспорта. Вроде... Ну, я думаю, тут уже все хорошо будет. А, я думаю, надо пропускать, да? Да нет, не печать фальшивая, все нормально. Все печати рабочие. Стглориан, Республия, Республия, Стглориан. Он разве инженер? Он спорт? Он спорт. На.
Найдите себе рамочку получше, это дешевое дерьмо. Спасибо тебе, чел, твое мнение очень важно нам. Так, вот наука, смотри, может она инженер. 8 недель, 2 месяца. Наука. Ты инженер? Нет, она не инженер. Фух, поехали проверять. Волкодав. А, Воланке. Воланке. Фамилия Воланке. Фотка вроде бы ее. 2 месяца. Данные совпадают. Даты нормальные. Все в порядке. Стоп. Вот это вот не совпадает дата. У вас нет разрешения работать в течение такого долгого времени. У меня в разрешении срок указан. Я собираюсь его продлить. Ко мне-то какая разница? Собираешься его продлить или не собираешься? Продлевая с той стороны границы. Ишь какая, а? Печать норм, говорит. Даты, даты, ребят, 4 декабря сейчас. О, машиностроение, ну это точно инженер. 3 месяца. О. Они берут людей на работу, да. Данные совпадают. Но я думаю, раз он инженер, здесь все должно в порядке быть. У меня что-то чихнуло. На користа, мужик, оф. Оф, користа. Дата. Что с датой? Все в порядке с датами. Сейчас 82-й год идет. Призрак чихнул, да. Так, ну это все. Я буквально вот этого только успел. Хватит хрустеть. Цель поездки. Я дипломатический представитель. Дипломат, говоришь? Из импора? Ну, кстати, теперь печать есть нормальная. Кайхан. Чио-чио-сан. Дмитрий Соколов. Все в порядке, вроде бы. Пропускаем еще одного, успеем чпокнуть. Следующий. Печать была уже, я проверил. Ух, какой! Фига себе, шарик, дутик. Цель поездки. Хочу навестить друзей. На 14 дней. Гуве Барго. Француз, что ли? Что случилось? Опять кого-то сейчас жахнут. Закалечь ее! Твою же налево. Второй раз. Второй раз. Карточку инженера нужно отдавать только инженерам. Рабочий день прерван из-за атаки. Доступная квартира 7 класса. Квартира равно 30, отопление равно 10. Некто снова принес вам деньги. Выбирать, взять их или сжечь. 2000. 2000, ребят, надо брать. Но у меня нет денег на переезд, поэтому я не переезжаю в 7 класс. Все мерзнут, значит, врубаем отопление. Говорят, в 7 класс вообще не надо переезжать. Это так? Правда, что не надо переезжать в 7 класс? Ну подскажите, ну что, лучше в 8 остаться. Нет смысла, мне тоже так кажется, нет смысла. Сотку потрать. Квартира только для ачивы? А, тем более. Я же не за ачивками гонюсь. Зачем мне деньги, ребят? Давай спать пойдем. Нам еще целый день впереди. Еще один террорист проник через границу. Халатность при досмотре выезжающих. Что значит халатность? Я проверил, все было нормально. ВМВ новый директор. Процедура въезда будет ужесточена. О нет. Они сейчас на меня работы навешают. 5 декабря 82 года. Если до 30 дня переедешь в 5 класс, дадут монетку. Ого. Мискор, мискор, мискор. Так. У нас еще 3 визитки есть. Давай читать. Новый директор считает, что досмотр иностранцев проводится недостаточно тщательно.
С сегодняшнего дня все иностранные граждане должны предъявлять описание внешних данных, в котором указан их вес, рост и особые приметы. Глава документы в инструкции была обновлена. Глава Арстоцкая. Ну, в общем, вес, рост и особые приметы. Теперь мы должны будем с вами проверять. Должны предъявить описание. А на чем они будут их предъявлять? На бумажке? Стефани Грейер. Если не ошибаюсь, то в 6 или 5 классе не нужно платить за отопление. Так может тогда переехать? М? Ну мы посмотрим. Если сейчас деньги будут, тогда переедем. Договорились? Но я так долго работаю, ребят. Я думаю, у меня не получится. Это нужно только на легкой сложности, чтобы там плюс 20 денег в день было. Тогда, наверное, легко можно переехать. А на этой сложности не переехать. Ну, по крайней мере, мне. Я слишком слоу. Ну, здравствуй, лохматик. Цель поездки. Транзит. Продолжительность визита 2 дня. 61. Рост 170. Опа, на что с ростом? Ну, совпадает. А, типа волосы прижали. Все, короткие кудри. Палец. Ну, палец и палец. А, так. Банисковаш Мишель. Мишель Банисковаш. Нифига себе у нее имя. Ну, сказали, что рост совпадает. Я как что? Тут до 8-12. Все нормально. Так. Так. Все вроде бы есть. Транзит. Печать есть. Сюда вроде не надо печать никакую. А, женщина Сан-Мармера, Антегрия. Да, вроде все окей. Ты не инженер случайно? А, ты транзитом. Давай, го отсюда. Следующий. Next! Тришка Бум какая-то пришла к нам. Я тут останусь на пару недель. А что ты тут останешься на пару недель в гости? В гости на 2 недели. Значит, 54, какая легенькая, ты посмотри, 171, похоже на правду, волосы вьются. Волосы вьются. Волосы вьются. Это ты. А, так, сюда. Тронска Анна. А я как ее назвал? Вроде бы скал, женский скал из Арбистана, да? Я не вижу проблем с въездом, а вы? Печати вроде все есть. Что паспорт? Что паспорт? А, Арбистан. Паспорт поддельный, да? А нет, все нормально. Все норм. Все, печать-то. Там много видов печатей. Так, она у нас что едет в гости? Это было просто, говорит. Сейчас пойдет взорвет опять что-нибудь. Ну что я опять не увидел? Поддельное разрешение на въезд? Да ты издеваешься. Я же проверил. Там была печать правильная. Да хорош уже, уходи давай быстрее. А я тебе говорил. Ну да, видимо нужно просто проверять печати и все. Навестить родственников. Ну точно правильная печать, я смотрю. На 12 недель, 3 месяца в гости. Залысины, есть залысины. 76, 164. Все совпадает. Арбистан скал. Давай проверим. Абрахам Крюсон какой-то. Все совпадает. Так, даты. Дата, все совпало. Иметь при себе. Вроде бы нормальный. Опять паспорт поддельный. Да почему ты считаешь, что паспорт-то поддельный? Паспорт и печать. А что паспорт и печать-то? Что тебе не нравится? Печать? Ну точно нормальная, я проверил уже. Давай, документы. Разрешение на въезд. Вот она, эта печать. Данные совпадают. Ну что ты вот нагоняешь-то, а? Все, ладно. Все норм. Специально, что ли, да, чтобы я поменьше... Что я куда не так кинул-то? А что такое? Это замечание. Давай, next!
Так, транзит на 14 дней. Это каре. 167. Сейчас, по-моему, с ростом не то, не? Не, все в порядке. Сан-Мармера, женская антегрия. Сан-Мармера, так, давай всякие тут вещи проверяем. Мариан... Данные совпадают. Даты. Даты совпадают. Все вроде бы тип-топ. Так, печать. Данные совпадают. Ну, думаю, что фото. Все нормально, она же женщина. Все в порядке. Но если что-то не в порядке, я, конечно, сейчас орну. О, какой, смотри. Слушай, друг, я потерял личную карту. Думаю, меня ее украли в раздевалке, но матч мы выиграли. Очень домой хочется. Хочешь, бери, говорит, ростовские дьяволы. Это, конечно, возьму, но пропустить я тебя не пропущу, извини, чел. Правило. У вас нет личной карты, гражданин Арсу? Да я знаю, я сам тебе сказал. Ее украли. Ладно, тебе пропусти меня. Или пропустить. Это мужик, пропускаем. Давай, ладно. Ты что творишь? Я тебе вымпел подарил. Я ж тебе... Ну я же поставил штампы потом еще пропустить. Я не виноват. Так, работать идет. О, машиностроение. Несколько месяцев. Так, несколько месяцев, это 6 месяцев или нет? Другая длительность поездки, верно? Я думаю, полгода. Все, теперь нормально. Так, разрешение на въезд правильное. Здесь печать правильная. Проверяем всякой фамилии, имена там. С вас даты. Здесь нормально, все даты посовпадают. Внешние данные. 174 на 87. Зрение норм. А он что, в очках? Что, берем пацана? Инженеру дал уже визитку, все нормально. У меня уже есть одна. Печати, все проверил, печати нормальные. Что, не, не берем? Чек не проверь. Хорошо, давай проверим печати. Да все там нормально, вы мне только это, полощите голову. Был просто следующий. Уж с этими печатями я теперь по 100 лет проверяю каждого, а? Транзитом в другое место. Это последний за сегодня, ребят, уже. Пару недель не больше. Лысый. Ты лысый? 63 кило, 166 сантиметров. Антегрия, Антерграйс. Есть такое. Что он сказал? Транзит на пару недель. Так, билетики. Сейчас что-то будет, да? Все не расходятся почему-то. Так, вроде бы все нормально. Ну что печать-то? Да задолбали вы печать. Нормальная печать у него. Это было просто. Следующий. Я, видимо, слишком мало проверил. Видите, мне игра даже подыграла. Пару недель не больше. Эти внешние данные полный кошмар. Получить трудно, а действует всего несколько дней. Вы тут в Арстовске все усложняете и усложняете. Зачем было вообще границу открывать? Ну, чтоб ты спросила. Так, 171, прическа, это каре у нее? Так, есть палец. Это вы на фотографии? Так, стоит тут, возмущается.
такой-то фамилией. Габоровска Солвент. Аутер Грайс, Антегрия. Так, печать есть. Давай проверим уж. Данные совпадают. Навестить друзей на пару недель. Кто просрочен? Въезд просрочен. Слава яйцам, посмотрел. Срок действия этого документа истек. У меня были дела. Даже спасибо, что я тебя не арестовываю за это. Вали отсюда. Тьфу ты ж, блин. Ясно было, что ничего не получится. Лучше было деньги на взятку потратить. Фух. Вы прям так и пишите. Разрешение, дата. За лиц, принятых после 18.00, плата не начисляется. Йоу. Ну ладно, зря плата 35, взятки 5, того 40. Так, они голодают. Отопление просто не берем. А что, а переехать я теперь не могу? Все, профукал переезд. Нормально. Слушай, ну тяжело стало, жесть. Глаза аж в кучку становятся от такого обилия информации, которую мне дают, и надо... И там вот все, вот опечаточка в одном месте, и все. Я знаю, что я могу тап нажимать, но у меня мышка всегда рядом. Поэтому... Ладно, живем. Минус 50, плюс 40, да? Тяжелая неказиста. Жизнь обычного таможенника. Мы же тебе пытаемся помочь. Надо было 2000 брать. Бандит нашей тихую гавань, репутация Арстотки подмочена. Республика отказала антигрянскому разоблачителю в убежище. 6 декабря 82 года. Ой, тяжело-то как. Кстати, никак не идет вот эта вот вторая девчонка. Вот это надо было повесить, кстати, на стенку. Две визитки осталось. Ага, ежедневные бюллетени теперь будут содержать список трех самых разыскиваемых международных преступников. Сверяйте фотографии с лицами въезжающих. Подозреваемых задерживать немедленно. Ёкарный бабай. Теперь еще на мужиков пялиться каких-то. Офигеть. А нельзя было столик тогда побольше сделать? Ну, это как-то жестоко вообще. Я сейчас упакуюсь просто. Надо, знаешь, может, надо было повесить надо на стенку. Три мушкетера. Атос, Портос и Анонист. Ладно. Давайте пока на этом закончим. В главное меню пойду. Нормально. Без фейлов. Штрафов, по крайней мере, не получил. Да, были косяки, были ошибки, были выстрелы мимо. Но без штрафов. Это главное. Спасибо за внимание, лайки ставьте, в описании ссылочку полезть на группу ВКонтакте, не забывайте добавлять плейлисты, всем до встречи, всем пока.